Тут сидите, сидите. Сидите, блядь. Ёб твою мать. Колёса прямо на нас вылетели. Ладно, на нас не упал, блин.
В Москве у нас в гостях ребята-актеры фильма «Без границ» Мария Шалаева и Роман Маякин. Кроме вас, там еще огромное количество, конечно, актеров снималось. Мне интересно, удалось ли вам пересечься на площадке и сыграть в кадре с нашими мэтрами? Нет, Инна Чурикова и Олег Басилашвили. Нет. Нет. Не пустили. Такой грустный вопрос. Удалось. И, ну, самое для меня обидное, что все-таки по всей Москве висит постер. И... Лёша Зубачин. Какой? Тот самый, который работал-то с нами. Нифига. Что-то мазёшь, когда? Нет. Заебись. Нихуя, погоди. Сейчас я остановлюсь. Подожди, остановлюсь, у меня всё заснято. Тормози.